Здравствуйте, меня зовут Диана Латсон. Я соучредитель и директор департамента по созданию продуктов Arix. Сегодня мы поговорим о линии пищевых продуктов Nutrify, а точнее об уникальном продукте из этой линейки, единственной добавки, представленной в жидком виде. Моа. Представляю вам наших гостей. Том Джексон, вице-президент Arix по разработке и сертификации продукции. Добро пожаловать. Спасибо. И также Дженнифер Хардман, она только открывает для себя Arix. Спасибо за приглашение. Мы постараемся разобраться в том, что же такого уникального в продукте Моа. Скажите, это какая-то аббревиатура или просто название Моа? Так и есть, это аббревиатура. От «мать всего». Мать всего? Неужели так? Да, и все потому, что в его состав входит 36 суперпродуктов. Это самое впечатляющее из всех жидких пищевых добавок. Напомните, что такое суперпродукт? Это продукт, оказывающий крайне благотворное влияние на организм. А наш эликсир буквально напичкан такими суперпродуктами. Он настолько замечательный, что о нем можно говорить часами. Но начать я хотела бы с нашего революционного метода консервации. Может быть, многим это покажется чем-то невероятным, но для меня это было словно волшебство, потому что в нашей индустрии все мне говорили, это невозможно, вы этого не сделаете, нужно использовать химические консерванты. Но мы продолжали верить в это, и у нас получилось. Теперь у нас есть абсолютно натуральный, исключительный консервант, который мы, конечно, запатентовали. Расскажешь нам о нем? Я заинтригована. Пожалуйста, расскажите. Разумеется, само природное происхождение делает этот консервант исключительным. Наш моа состоит из соков, пюре, экстрактов. А это благодатная почва для размножения бактерий. Мы всегда знали, что с этим надо что-то делать, иначе бурный рост бактерий во время хранения неминуем. Некоторые считают выходом из положения применение искусственных консервантов, бензоатов, сорбатов. Эти ингредиенты широко распространены в пищевой индустрии. Они обеспечивают сохранность продуктов питания. Мы не хотели идти этим путем и начали долгие поиски натуральных консервантов. Итогом наших разработок явилась комбинация данных продуктов. Мы получили нашу уникальную систему консервации — Natrix. Это абсолютно натуральный консервант. Его характеристики сходны с искусственными аналогами, которые активно используются в индустрии. Верно. Результаты были поразительными. Да, она уже сказала, что было много людей, которые нам говорили, что у нас ничего не получится, что невозможно создать что-то подобное для продукта, который хранится без холодильника. Но мы это сделали. И гордимся этим. Потрясающе. Расскажите, что отличает ваш продукт от всех остальных? Ну что же, Тому и мне действительно есть, что об этом сказать. Начну с главного. В Arix мы всегда начинаем с грамотного выбора сырья для всех компонентов. Этот продукт содержит целый набор грибов с очень мощными свойствами. Их можно приобрести где угодно, но мы покупаем особенные грибы в особенных местах. Как вы знаете, грибы поглощают именно ту среду, в которой растут. Мы выбрали органические грибы из Калифорнии. Они растут на специальной земле, где ранее возделывали фиолетовую кукурузу. И получилось такое интересное, мощное слияние кукурузы и грибов. Каждый наш шаг при создании этого продукта сопровождался поиском самого лучшего сырья из возможных. Вот почему мы выиграли награду «Инновация 2017 года» от Business Intelligent Group. Наш продукт действительно инновационный и феноменальный. Мы вам рассказали только об одном ингредиенте нашего эликсира. Том, расскажите о бергамоте. Бергамот в дополнение к другим ингредиентам находится в клинически обоснованной дозировке. Мы не говорим о продукте, в котором 36 суперпродуктов содержатся в мизерных количествах или в виде волшебной пыльцы. Все ингредиенты действительно содержатся в клинической дозировке. Мы изучали проведенные исследования этих ингредиентов, их позитивное влияние на здоровье и дозировку, которая использовалась при клинических испытаниях. Когда мы говорим о клинической дозировке, мы говорим об эффективном количестве ингредиентов в продукте. Это те же дозировки, которые показали результаты при клинических исследованиях многих институтов. Как вы пришли к решению совместить здесь именно 36 продуктов? Это масштабное исследование. Мы вели поиски по всему миру. Изучали древние культуры, цивилизации, стремились понять, как там следили за здоровьем. Речь не о какой-то волшебной ягоде, которую мы обнаружили 3 года назад в диких дождливых лесах Амазонки. Это то, что люди использовали сотни лет. Мы собрали весь этот опыт воедино.
Все эти компоненты вы не найдете в обычном супермаркете. Мы взяли и собрали их в одном продукте. Да, как сказал уже Том, мы вели поиски в разных странах, на различных рынках, и каждый раз задавались вопросом, какие продукты там считают самыми полезными для здоровья, и соединили их. В самом начале не так просто было взять несколько видов грибов, морские водоросли, разные фрукты со всего мира и смешать их, чтобы было вкусно. Хочу вам сказать, что Моа был и остается одним из лучших продуктов среди всех остальных. Когда люди начинают его употреблять, то буквально приходят в замешательство, если он заканчивается. Этот продукт – источник невероятного количества полезных веществ. Он помогает пищеварению, нормализации уровня холестерина, борется с окислительным стрессом. У этого продукта очень много хороших качеств. И принимать его легко – это вкуснейший напиток. Несомненно, это один из тех продуктов, после которого люди сразу чувствуют колоссальную разницу. А кто должен принимать этот продукт? Абсолютно все. Всем полезно укрепить иммунную систему, поддержать нормальный уровень холестерина, иметь хорошее пищеварение. Неважно, кто вы. Этот продукт полезен абсолютно всем. Он прекрасное дополнение к вашему рациону. Люди очень быстро ощущают изменения. Особенно это заметно, когда они перестают принимать этот продукт. Польза для здоровья очевидна. Она просто невероятна. Он подходит всем, и мне это очень нравится. То есть вы утверждаете, что он подходит абсолютно всем? Это многофункциональный эликсир. И еще одна гениальная вещь про этот продукт. Полистайте книги, залезьте в архивы. Вы увидите, что в рационе всех долгожителей нашей планеты было много семян, специй, фруктов и овощей. Сегодня в рационе среднестатистической семьи такого разнообразия нет. Мы предлагаем людям то, что в своем обычном рационе они не могут получить. Это такая изюминка, понимаете? Вы рассказали очень много удивительных вещей. И про 36 суперпродуктов, и про их различную пользу. Если я буду рассказывать все эти преимущества моему собеседнику, то рассказ может получиться очень длинным. Расскажите, какие три самые важные вещи я могу использовать в рассказе, чтобы убедить собеседника использовать этот эликсир? Вы знаете, он, как и многие другие наши продукты, сам расскажет о себе. У него удобная упаковка. Вы можете дать его другу, можете даже дать его на 2-3 дня, пусть распробует и почувствует разницу. Очень много людей ощущает изменения на энергетическом уровне. Если посмотреть с клинической точки зрения на то, что заставляет их почувствовать разницу, например, возьмем наши грибы, цена за унцию некоторых из них выше, чем за золото. И все благодаря их способности защищать иммунную систему. Этот продукт оказывает огромный антиоксидантный эффект. Окислительный стресс, с которым и борются антиоксиданты, является причиной многих хронических и генетических заболеваний. Это просто здорово, что у нас есть такой мощный антиоксидантный продукт, который великолепно защищает наш организм. Все эти суперпродукты вы соединили в одном. Если бы я все это ела по отдельности, даже не представляю, как все это возможно найти. Да, это и невозможно, потому что мы импортируем ингредиенты из разных уголков мира. То есть одна добавка может привести к большим изменениям. Теперь я буду более энергичной и буду чувствовать себя лучше. И это позитивно скажется на моем здоровье. Я не задумывалась о многом, мне казалось, я чувствую себя нормально, а теперь я буду чувствовать себя лучше. Мы очень гордимся этим продуктом и теми результатами, которые он дает. Моа действительно сыграет важную роль в жизни человека. Мать всего. Обожаю это определение. Спасибо вам.